Йоу, ребят, мы приехали на Red Bull квалификацию в Германию, в Берлин. Это наши первые интернациональные соревнования, и здесь просто произошло невероятно много всего, и надеюсь, вам это очень сильно понравится. Всякие инсайды, бэкстейджи, лайв-формат можете по подсказке посмотреть. Этот видос все равно отсюда, в целом все то же самое, но без самого мяса, без самой жести. А мы начинаем, погнали. Приятного просмотра. Анатолий не умеет застилать кровать. Дима подкачивает вилку с значениями для подкачивания. Я раскатался, вроде плюс-минус понял, что надо будет делать. Одно место не понимаю, но укатываться дальше нельзя, иначе сил не оставлю. Сейчас я почти на полных силах, буду ехать, нормально все. Получается, закончил заезд первый чувак. Толян идет на финиш. Ладно, нормально. Едет уверенно, мне нравится. Мочи, мочи, родной! Вот здесь немножко тупанул, я видел. Но ничего страшного, все хорошо идет. So schnell kann ich gar nicht gucken. 16-1-2-6. Damit besser ist Dimitri Kirov represent Latvia. Слишком много ошибок. Сильно-сильно тупил. Ну, нормально. Раскат-то потерян был. Следующий заезд будет лучше. Второй заезд точно возьму. Вроде чувствую, что сил хватает. Пойдем с тренером поболтаем. В общем, мы отсмотрели, как, что, куда. Мы, скажем так, в 16-ке уже точно. То есть мы прошли в эти 16 человек, которые будут записаны на великом табле. Но мы постараемся улучшить свое время. Мне не понравилось, как я проехал.
меня была ошибка на ошибке. Толян тоже поошибался, так что сейчас будет повторный заезд в целом. В общем и целом. Мы сейчас на месте каком, что-то там, я не знаю, 13-м, 14-м из 20 участников. Ну, то есть мы не последние уже. Ой. Значит, в 16 этих ребят мы зашли. В восьмеру, ну, блин, я попробую. Я постараюсь. Я приехал за получением опыта, я его получаю. Мне очень нравится, это замечательно. Как оно дальше будет, посмотрим. Мочи. Мочи, родной. Оп, поехал, Толян. Смотрим. Оп. Маленькая ошибка была. Хорош, давай! Проезжает хорошо. На серьезных щах залетает на перекладке. Мне кажется, он лучше в свое время. Плохо. Ну ты проехал уверенно? Я лучше время. На сколько? Мне 15,7 походу. Сейчас, подожди. Давай посмотрим, какой я. А, сейчас. Летучий голландец. Вот, смотри. Восьмой. Мне интересно, насколько я ухудшил или улучшил время. Не знаю как, я не знаю, что я обжарил, но я квалифицировался девятым. Девятым из 21, то есть мы с Димой оба прошли в head-to-head finals, но я прошел чуть выше. Из-за этого противник у меня будет менее сильный, чем у Димы, но все равно пипец таки сильный. Тут уже в финалах нет слабых райдеров. Мне надо просто брать и хреначить. Сейчас будем пробовать размяться. У нас еще одна сессия перед самими непосредственно финалами. Я не знаю, как мы будем это все делать, потому что конкуренция серьезная, сложная, но и невозможная. Скорость хорошо набирает. Очень хорошо. Еще заранее попрошу прощения. Мой заезд увидите только от третьего. И немножко мешает GoPro, я поеду без нее. Ну ладно, не страшно. Эмоции потом я на камеру вам, конечно же, расскажу. О май гаш. О, ну. Отдыхать, вот.
О, блядь. Толян после падения чувствует себя нормально. Конечно, он расстроен, что упал. Но велик целый, с маленькой восьмерочкой остался. Толян целый, с маленькой ссадиной на локте. Все в порядке. Ошибка, не знаю, наверное, по невнимательности или просто не повезло. Это бывает, ну, типа, все окей. Сейчас он поедет в свой заезд против одного чувачка. Все будет нормально. Все будет хорошо. Давай, Толик. Пошел. Так, Толян заканчивает свой заезд, едет бодро, очень бодро, мне нравится. Давай, Толян. Так, все. Проехал бодро, молодчик. Сейчас поедет его оппонент. На латышском, в Германии говоришь? Толян, насколько я понял, не прошел восьмерку. Да. Но он против локального чела катает. Leute, macht mal Applaus für Luca Ecker, der hier weiter uns von Anatoly Zeig Mario Поехали, попробуем. Ошибался. Ну ладно. Едет наш латыш. Он имеет солидную такую карьеру. Интересно посмотреть, что он сделает. Вау. Почти безошибочно. Просто почти идеальное прохождение. Очень круто. Естественно. Естественно, победил. Найс. Thank you. See you back now. Так. Получил еще один халявный Red Bull. Ну, это мой первый приз от Red Bull. Уже неплохо. С чего-то начинать надо. Мои соревнования на этом закончились, как и Толяна. Показали все, что можем. Опыт охеренный. Снимайте, финальный. Ты проехал очень бодро, я это видел прям. Это было реально солидно. Фу, мне кажется, этот ран был твой самый быстрый на сегодня. Этот ран реально был самый быстрый, но все равно не хватило, чтобы догнать того чувака. Он ехал реально быстрее. Он локальный, он этот памп как свои 5 пальцев знает. Поэтому без шансов, но ничего. Приедем в Латвию, по-бырому залатаем восьмерки, выпрямим шатуны. Дальше БТА памп-трек, следующие стадии. В следующем году, когда БТА памп-трек будет, точнее не БТА, а этот чемпионат будет проходить в Риге,
У нас будут все шансы порвать, да. Уже реально всех. Да, потому что мы уже... Мочим, гоним, мы молодцы. Пошли, отдохнем. Я, конечно, упал, мне неприятно, но велик жив, я тоже более-менее жив. В заезде это вообще никак не показалось. То есть я ехал, как ехал. Это был самый быстрый мой ран сегодня. Но этого не хватило немного. Ладно, ждем следующих сессий. Уже топ-10. Уже топ-10, а это хорошо. Да, это круто. Все, на вот. Ей, давай! Давай! Просто пошел, чувак. Давай. Давай. Ей, давай! О, не ошибся. О, не ошибся. Молодец. Раз, два, три. Прошел. Ух, сильно. 13,995. Это как? Кто это вообще? Не, как бы знаю, кто это, но кто это? Ошибся. Ну? Второму месту больше оваций. Да? Второму месту больше оваций. Просто потому, что он был круче. Что ж, ребят, мы откатались, устали, прошники откатались, мы посмотрели награждение, вот сидит наш молодой человек. Say hi. Hey. Да, закорешили с ним. Он занял второе место, просто 13,9 секунд, это было вообще взрыв мозга. Мне кажется, он ехал, и за его колесами остался такой огненный след, как у призрачного гонщика. Он несся как зверь. Но мы откатались не самым худшим образом. Топ-10 есть, и мы просто продолжим работать. Работать еще больше. Отличный опыт получен. В следующем году новый Red Bull квалификация. И дальше больше. Дальше только больше. Да. От падения полностью отошел, поэтому все супер. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комменты. До новых скорых встреч.